Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления. Благодарим за сотрудничество. Милевский Игорь Ярославович, Москва, Профсоюзная, 130, корпус 3, квартира 241. В 1995 году Хамовнический суд, судья Жуков, присудил мне по моему иску 500 миллионов рублей, ну около этой суммы. В то же время было незаконно выдан исполнительный лист на имя секретарши судьи Жукова на сумму 850 миллионов рублей. И она вне очереди забрала все деньги, причитающиеся другим истцам. В том числе я не получил ни копейки. Вот прошу службу судебных приставов мне деньги эти вернуть. Плюс за просрочку платежа 25 лет. Потому что мой исполнительный лист даже не был принят к производству. А когда я направил заказным письмом, мне пришел ответ, что конверт пришел без вложения. То есть я никак не мог передать ни письменно, ни из рук в руки, ни по почте свой исполнительный лист в службу судебных приставов. Вот прошу с меня списать эти долги, которые фальшивые мне были тут накручены. И когда за стоянку по 50 рублей с меня просят 5000, и это 1000% к оплате, которую я не могу совершить, так как у меня карта заблокирована, а монетами или там другими наличными средствами я заплатить в паркомате не могу. Вот. Так что прошу мне вот эти вот все фальшивые долги с меня списать, а мне вернуть 500 миллионов рублей плюс за 25 лет просрочки, плюс 1000% штрафа. Как вот в соответствии с принципом о равенстве сторон. Всего доброго, до свидания.